Российский жилищный фонд насчитывает более 3 миллиардов квадратных метров. На каждого россиянина сейчас приходится около 22 квадратов. Но по подсчетам Фонда российского жилищного строительства, в стране необходимо еще более миллиарда, то есть в полтора раза больше домов, чем построено сейчас. Часть проблем берет на себя государство. На него в вопросе улучшения жилищных условий полагаются более 3,5 миллионов человек. Это около 2% населения. Правда, быстрых изменений в жизни этих людей не предвидится. В своей очереди на социальное жилье приходится ждать как минимум 18 лет. Причем только на бумажные формальности нужно потратить больше месяца. К тому же шанс получить подарок от государства есть только у людей, которые теснятся в малометражках и у льготников. Зато в награду за многолетнее ожидание они получают настоящие хоромы – 18 квадратных метров на человека. Те, кто не полагается на милость чиновников, могут накопить на квартиру. Правда, процесс затянется на те же 20 лет. Да и заработать на собственное жилье получается лишь у одного человека из 100. Люди, которые хотят поселиться в собственной квартире сразу, предпочитают ипотеку. Сейчас процентная ставка по кредитам в рублях составляет 13%, а валютные кредиты выдаются под 11% годовых. Финансовая кабала растягивается как минимум на 12 лет. Молодые семьи могут рассчитывать на скидки по кредитам. А если у вас есть ребенок, банку будет достаточно лишь 15% стоимости квартиры. Но и у одинокой молодежи есть шанс обзавестись собственным углом. Для этого нужно отработать 150 смен в студенческом строительном отряде. Заслуги перед государством дают право купить в ипотеку квартиру по себестоимости. Правда, стройотряды пока сформированы только в двух областях – Свердловской и Воронежской. Но скоро они должны появиться в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане, Рязанской и Новгородской областях.